Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве MIDIGI A9 перейти в режим Recovery. Для этого в первую очередь выключаем наше устройство и после его отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вверх одновременно на несколько секунд. После того, как мы оказываемся в такого рода меню, здесь используем кнопку громкости вверх, чтобы перемещаться, и кнопку громкости вниз, чтобы сделать выбор. И выбираем первую опцию Recovery Mode. После того, как на экране появляется такой вот робот Android и под ним сообщение команды нет, зажимаем кнопку включения, нажимаем кнопку громкости вверх один раз и попадаем в режим Recovery. Здесь в режиме Recovery используем кнопки громкости, чтобы перемещаться, и кнопку включения, чтобы сделать выбор. И здесь у нас имеются такие опции, как Reboot System Now, Reboot to Bootloader, Apply Update from ADB, Apply Update from SD Card, Wipe Data Factory Reset, Wipe Cache Partition, Mount System, View Recovery Logs, Run Graphics Test, Run Local Test и Power Off. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.